Сегодня у нас утро. Тут я вот готовлю завтрак. Уже, вернее, приготовил это сейчас для кошек, варю. Сегодня у нас 22 марта. Вот. Для кошечек. Рыбка тут. Макароны. Хлопья ячменные. Вот тут у нас место писания. Тут у нас распятие, икона Господа нашего Иисуса Христа. Так. Ну вот, каждый занимается своим делом с утра. Вот Игнатий Ильич сидит тут, что-то смотрит. А, это статья, видимо. Тут у него какая-то одежда лежит. Щеба она тут лежала на столе-то. Пойду спрошу сейчас, узнаю. Игнатий Иванович, там что-то на этом, на столе на нашем, котором мы едим, там какая-то одежда лежит. Чего? Ну, я должен сказать тебе тут вчера, тут у меня положили. Интересный случай был. Я полез на голубятню кверху туда. Ну там... В четырех гнездах на полу два гнезда они сделали. И наверху. То есть там гнезда отдельно для гнезд. В одном два голубенка. Уже ну, маленькие такие. Уже по неделе, наверное, им. А на полу там в самом углу еще одно. Я гляжу. Никого там нету. Обычно. А я яйца щупаю везде. Если теплые, значит, ну нормально все. А тут я сунулся. Гляжу, голубенок мертвый лежит. А голубенок уже так. Видно, что недели полторы по возрасту. И рядом яйцо. Его видно, что оно болтун. Я его взял так вот, а оно там болтается. Но я его выбросил. А голубенок мертвый. Я посмотрел, ну что, она опрокинутая, лежит мертвый. Что же она бросила? Почему? Это тоже, чтобы бросила. А вчера 7 градусов мороза было утром. И он мог замерзнуть, он же голый. Я его взял в руки, стал рассматривать, вот так перевернул. А у него рот раскрылся. О, как живой рот раскрылся. А он мертвый, холодный, ледышка лежит-то. Я его в другую руку положил. Гляжу, он еще раз рот раскрыл. Я тогда взял вот так, стал дышать, и он третий раз рот раскрыл. А как будто льдинка у меня в руке-то. Я гляжу, да он живой, наверное. А глаза-то еще такая выпуклые, глаз-то еще не открытые глаза-то. Я его тогда с собой скорее за пазуху держу, кое-как слез оттуда в избу. И давай здесь его дышать, дышать. Он опять рот открыл. А ни почему не видно, что он живой-то. Все остальное мертвое-то. Ну что с ним делать дальше-то? Ну, в комнате температура. Я тогда в ладони сел и давай его дышать на него. И он еще крылышком шевельнул-то. Живой. Что же делать-то теперь с ним? У меня такого никогда не было. Я тогда его... Вот здесь у меня вот такая вот эта баночка. Я из нее высыпал вот сюда вот горошек свой. Вот он у меня, это лущеный горох. Вот сюда. А его туда в баночку. Положил туда рукавицу. Рукавица, вот я уголь беру. Я ее вот так вот положил туда. И тепло ему что-то. И взял, закрыл крышкой. Но думаю, кастрюля-то холодная. Я тогда ее туда... пустую кастрюлю нагрел, проверил ничего, в кастрюлю бумаги наложил, ну и все. И вот туда. Проходит какое-то время, там сколько там, ну может сейчас два, думаю, ну сдох, так сдох, он кошкам отдал, да и все. Он живой. Я тогда его давай, как-то надо покормить. Ну а как покормить-то, когда он полумертвый? Это я все укрыл как раз, смотри, вот, укрывал какой, как Кощеева смерть, говорит, под дубом. Ящик, в ящике лебедь, там зайцы, друг в друге. А это кастрюля. Я кастрюлю эту нагрею туда. А это вот у меня. Вот. А вот он лежит. Вот эта вот кастрюля, в ней видишь, какие бумаги. А вот он лежит. Вот он. Видать, что живой-то? Ну да, видать. О! Видал? Ожил. Тут рукавичку я убрал, она мокрая была, я вторую положил. Но это еще сухая. Что-то из-под него вышло. Я вчера даже его накормить пытался. А как накормить-то когда? Ну вот он какой. И у него крылышки целые, и ноги не отмерзли, ноги шевелятся. Он тепленький.
Кормить-то его как? А кормить вот как. Я вот сейчас положу снова. Вот сюда, сверху. Вот он где. Вот его. Смотри. Так. Куда у него все это делось? Вот он лежит. Что-то у него тут присохло. Сейчас я оторву. Я не оторву, а раздавить надо, убрать. Вот так. А то у него оправлялся и там засохло. Он вперед убегает уже. Видал, что делает? А это вот такой вот шприц. Ну, как шприц сказать? Что-то... Что оно? Нету. Вот. Надо было перешагнуть. Вот это воду закачивать. Я тогда кружку беру свою. Я этого не боюсь. Заразы никакой нету. Зараза в человеке. Ты залил ее? Да. Я отсюда беру маленько горяченькой водички. Вот она, пар идет. Чуть-чуть. Закрываем, она кипяток. А теперь воды такой простой. О, что-то у меня не видно, где кружки-то мои, куда подевались. Вот водичка здесь. Я туда ее. И рукой пощупал. Тепленько. Все, больше не надо. Ну, маленько еще. Потому что родители, когда изо рта дают, ну, ясно, температура там не 15 градусов, больше. Но у него глаз открылся один, маленький. Вон он, даже видать, гляди. Вчера не было. И дальше делается. А теперь я готовлю им кушанье. Какое? Вчера подварил. Это овсянку варили, которую. И туда просо. А просо ты мне вчера дал. Вот оно какое. Вот у вас замочено здесь вот. Там? Да. Вот так. Это надо туда брать. Ну и набираю тогда вот это фломастер. Мы его обрезали отсюда, все с него вытащили. А вот это вот ему в рот туда. Я попытаюсь один это сделать, а так вдвоем. Я обычно держу, а Володя набираем туда. Надо поршень, у нас ничего нет, он в рот. Я скорее, и тогда ему, чтобы провалилось туда, вот этой воды сейчас я... Затягиваю сюда ее. Вот она, полная. А ему туда помаленьку буду. О, и лапки сложил, все как положено. Так. Теперь что у меня? Надо отсюда взять. Это, газетку. Так, как? Это мне надо сюда. Я думаю, целое это ничего, если я уберу отсюда кое-что. Кошкам дать? Да, пожалуйста. Ну, а тут есть что. Я оттуда маленько положу. Вот это сваренное. Сваренная, она более-менее раздавленная уже. Сохранить надо как-то в холодном месте. Ну, в таком, внизу. И вот мне просто интересно это, как сделать. Ты еще говоришь, с этой стороны нельзя? Что? Или я отсюда набираю-то, ну, накладываю, с большого конца. Только понемножку. Все, хватит. Хватит, да? Конечно. Вот оно, проскочило. А вот теперь я его кормить буду. Смотри, как. Так, стол у меня все на месте. Ну-ка, давай. Ой-ой-ой. Вот он, рот. Я вот сейчас так вот открою. Рот, то есть клюв. Надо раздвинуть ему. Но рот-то маленький, он не получается. О! А теперь, чтобы ему туда пролетело все. Теперь я ему снова закрываю вот сюда. Подожди-ка, маленько открой. И туда ему вот так. Все. Первая порция прошла. Ой. У людей-то там приборы разные, там я смотрел, это, ну, дорого все стоит. Ну, а тут что сказать?
по-нашему. Так, надо набить тебе туда что-то, утробу. Давай-ка. Давай, 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 давай. Хотел подложить под эту, ну куда там у меня тут, он тут маленький, тут она его не примет, она задавит ее и все. Вот это бы хорошо, если тоненькая была, но тут у нас очень большой этот, который заходит в рот-то. Ему надо рот пошире раскрывать. О, так, маленечко, давай-ка прогоним туда. О, так, теперь еще. Помалой, помалой тут. А ты вот эту баночку-то не распечатал, которую? Вот эту вот-то. Нет, ну распечатать еще. А что это такое? Это пленка сверху, надо убрать ее сперва. Сковырнуть надо ее. Так, а как его убрать? Ну, надрезайте. Нет, саму пленку убирайте, да. А? А то она пленкой обтянута. Вот пленку надо снять. Тогда. Вот это все пленка? Да. О, как! А я не знал это. Так. А теперь что? Надо как-то... Это мне в больницу приносили кто-то, братья или сестры, когда еще до поста, то есть, чтобы я мог попить. Вон как распечатать надо, вон оно что. О, а что это такое? Ну что? Фрутоняня. А теперь что? Яблоко, банан со сливками. А теперь что? Открывать надо ее? Да. А это тоже ушло? Это тоже, да, выбросился. А как ее тут открыть? Ну как, руками? А? Руками. О. Ну, куда он пошел у меня? Той. Так. Тут надо маленькую ложечку. Маленькую возьмите. А ложка где? Вон там где-то она лежала. Так. Вот где? Здесь вот, да? Где-то она была, я не знаю где-то. Вот здесь вот лежала, вот здесь. Вот тут. Посмотрите. Вот. Вон она. Тогда надо ее ложить внизу, чтобы я... Это удобнее. Так, это что? Это она, да? Да, она. И теперь я с этой вместе смешаю. Да могли бы просто дать. Ну, одну я боюсь. А чего бояться-то? Потому что в природе нет такого. Надо что-то, чтобы природное было. А природное, чтобы было, это надо знать, что в природе есть. Скотина не понимает, если проволока натянута, колючая, она будет лезть и колючая, корова вымя оторвет. В природе этого нет. А жертва висит на проволоку привязанная, она знает. Да они там добавляют и кокосовую, и стружку, все, я же видел, вы ролик-то показывали, который голубей кормит. Он там, там? Он кокосовую стружку добавляет, много чего добавляет. То, что у нас здесь на Алтае нет. Ну ладно, тогда сделаю, как говоришь. Побольше этой. О. Нет, это. Она что-то еще не идет туда. Ее дуть надо. А? Дуть надо. Она так не пройдет. Дуть? Конечно. Ну ладно. Это туда этой попало больше. Ну-ка давай. Он уже лег. Его надо куда-то с это сохранить. Это хорошая бумага у нас. А я его поставил, видишь, вот это вот журнал там про разные эти. Ну, для офисов. Бумага хорошая. И нам тут кинули, целая куча выбросили. Мы принесли их. Так, ну-ка давай. Давай, поворачивайся. Вот так. Ну давай. Давай. Как бы ему клюв не повредить.
О! Давай, 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 раздевай рот-то. Давай туда тебе. О! Теперь что надо? Туда протолкнуть ему надо. О, лишку. Вот так. Он тоже понимает, что это его жизнь в этом. Все, все, хватит ему сейчас. Хватит? Конечно, он же маленький. Ну, надо почистить потом будет. А зачем так-то, Игнатий Иванович? Надо было в кружку дунуть, у вас все разлетелось. Ну, все разлетелось, неправильно сделал. Так. Так, теперь давай трясем туда все. Ну, смотри, у него оба глаза открылись. Это сегодня ночью открылись они. Ты что, клюешь или что меня? А, ты смотри, смотри, какое чудушка. Но получится у нас еще или нет-то? Но еще сутки не прожил. Теперь что? В коробочку его сюда. Вот оно где. Это тут сегодня тепло. Там бумага у меня. Теперь на эту бумагу. А теперь, чтобы там не замокло, я ему рукавичку сверху накрываю. А вчера я закрыл его баночкой, вот этой покрышкой-то, и оно там замокло. Ну, а это вот все, теперь вот это закрываю. Ну, и поставить где-то повыше. Ну, маленько она, вот не очень плотно. Куда же его поставить-то теперь? На дрова он куда? На дрова. Вот сюда вот. Ну, потом ненадолго. Вот так. Все. А это на ночь закрывать буду. Это ты мне дал. Ой-ой-ой. Хорошо. А теперь смотри, как я дальше буду делать. Что интересно, тоже я не знал. Как только там вывелось, отца как подменили. Он их стал бить, обоих этих голубят прямо убивает. Да что ж такое-то? Я их скорее спрятал, они сейчас отдельно спят. То есть у меня новый ребенок родился, а это долой отсюда. И вот они, так, мне надо выпустить их. Смотри как. Я стул убираю. Срочно. Тут что есть? Это другое. Вот сколько этих разных. У меня тут сварился уже кошачья еда. Надо убрать ее. Так вот. Каждое утро я делаю. Каждое утро. По неволе вспомнишь, говорит, у злого человека голуби не водятся. Это все, когда полетят под крыльями, все это поднимется. Надо заложить, чтобы не полетело. О! Теперь тазик сюда. Это все, я все делаю, чтобы не подлетело. Они сидят там. А вот теперь мне надо тут им что-то дать. Теперь это открываю окошечко тут, чтобы было видно. Здесь придавлено газетой. Вот они сидят, два. Это тот выводок первый, который бьет. Он убьет, прям убивает их, заклевывает. И та-то была брошена, он уже ожил, мы его кормили. Так, обожди. Давай. Все, ну-ка давай, пойдем.
Ой, куда пошел ты? Ну-ка, давай сюда. Вот решил прячется. Его тоже кормить надо будет через эту подставную. Теперь водичку им поставить тут. Пока нигде. Маленько им тут семечек дать. И вот тарелочка. А вот тут они на газетку у меня ходили ночью. Видишь, что? Все. Я ее сейчас очищу. Вот сюда вот ведро. И специальный нож такой есть. Я это все очищаю. Ну, я на газетке еще один раз послужу. Я ее на ночь подстилаю. А теперь выпустить надо родителей. Кто-то пытается зайти. Так, мне надо горсточку пшеницы взять. Так. Тарелочку уберу. Давай, 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 давай. Давай. Вот они, мои хорошие. Вот они приходят. Теперь родителей выпускаю. Ой. Как он будет бить их, если я его сразу уберу отсюда. А чтобы они сюда залетали, им надо дать семечек здесь. Где он там? Вон он сидит. Все. Гуля, 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 гуля. Покажи, где она сидит там. Она сейчас вылетит, можно показать там голубенок. А вон он сидит. Давай, давай. Вот так. Я его туда маленечко перекину, чтобы он находил их там. Давай. Гуля, 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 гуля. Сейчас он вылетит оттуда. И чтобы случайно они не капнули на клавиатуру, я ее закрываю на это время, ящик такой. Сейчас насчитывать буду. Степаненко Максима материалы озвучить. Хоть никакой начистить. Гуля, 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 гуля. Гуля, 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 гуля. Сейчас он вылезет. Гуля, 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 гуля. Где-то нету. И что ж такое? А тот еще попало клюет. Там ничего нету, он букву клюет. Вон он идет. А то отец идет. Все, вылез хозяин. Вот сейчас можно нам отойти, посмотреть. Он сейчас там, видишь, семечки я ему сделал. Вот так оправился. Семечки. То есть мне загонять его, чтобы было легко. Он каждый раз подсыпает семечки. Как только он залетит, а теперь мать выходит. Как только слетят, ты сразу подойди, там сфотографировать того надо. Как там? Сейчас они слетят. Сейчас семечки сощелкают. Вот они где. Эти дети отреклись от них сразу. А как они там гнезда будут? Вот она сходит. Раз. Теперь он идет. Давай, я испугал его. Как будто это не он совсем. Но у меня свет-то горит. Горит, ага. Вот. Так, выходи. Ему надо перевернуться, видишь, как он. Турманы. Теперь надо подойти потихоньку туда. Вот они, все перебирают. Опустить, чтобы они сюда на кухне полетело. Тут на горячую плиту сядет. И будет жареный голубь. Вон, посмотри, какой сидит. Слепой, глаза не открылись. Я вчера хотел его туда кеда поставить. Дай-ка я возьму его в руку. И вот ради этого маленького, у него глаза даже не открыты, вот он. Они этих детей бьют своих тех, выгоняют. Уходите, нам ухаживать за молодым надо. Вот, посмотри, как я его положил туда. Все. Теперь мне надо сойти, ничего не повредить. И они под ногами ходят, не боятся.
Гули. Вот они взрослые. Вот она. Вот сколько она отправилась. Сейчас я сразу уберу. Давай. Смотри, какое утро сегодня у нас. Вот она скорее торопится туда. Доедает. Так, кормушки она ест тоже. Вот они едят эти, которые. Вот я теперь раз. Вот кто посмотрит, гигиены нету. Какая гигиена? Главное, никто не болеет, гигиена. Человек должен жить в природе. Вот Клыковым при гигиенизисты были рядом, а они-то там в тайге. И все, сразу трое умерли. Савин умер, Дмитрий умер и Наталья умерла. Но матери уже не было. Теперь я собираю везде, где успели оправиться. А дальше они сюда не полезут. Тот вон он где находится. Теперь надо смотреть этот, как ест. Потом его точно так же через трубочку кормить белого. Он отвык, но уже он ходит, крылья поднял. А там вода рядом будет, нет, он есть, нет. Клюет. Все. А я сейчас начну насчитывать. Ты мне треножник установишь здесь. Так я сам установлю его. Подожди-ка. А что так высоко вот это? Почему? Ну, пусть вы ее раздвиньте. Раздвиньте пошире, раздвиньте. Еще, опускайте. А что-то тут не закреплено. Там это потому что у нас же экран так криво стоит. Надо вот так вот установить. То есть вот эта ножка, которая поменьше, должна быть в этой стороне. Все. Ну так и установи тогда, оторви это. А я сяду. Я на их смотреть не буду. Мне надо скорее дальше работать. Ну да. Все, я заканчиваю, да? Да, там оторви, а другой я начну. Ты мне помоги начать. Сейчас я... Ты скажешь, когда начинать это, и я сразу начну считать.